Гетеборг, 26 декабря 2013 года. Впереди нас мост через ЖД. Здание школы. Это ДОС. Единственный ДОС, который остался здесь, на территории, где базировались, располагались наши воинские подразделения. Калитка открытая. Мы намерены войти на территорию и зайти в сам ДОС. Мы уже тут бывали с вами. Делали фото и видео. Ну, грех не воспользоваться возможностью и не зайти еще раз в это здание, поскольку никто не знает, будет ли возможность еще раз это сделать когда-либо. Конечно, плачевное состояние всего, что здесь сейчас вы видите. Ужасаться не нужно, поскольку хоть есть что-то, что можно увидеть. Многого просто нет. Смотрите, все пусто, пустырь. То, что осталось, конечно, оно не для слабонервных. Да, слишком большое предисловие. Идем. Мы полностью все здания, все помещения не будем заходить. Это контейнер остался еще с тех далеких времен, когда, видимо, собирались, уезжали. Что-то тут лежит, по-моему, мешок с цементом. Здесь тоже мы были с вами. За, там много чего интересного. На фото все это есть. Не будем повторяться. Вот это здание открытое. Мы пройдем по всем этажам. Ну, где-то, может быть, и зайдем в какую-то комнату. Может быть, нет. Поскольку уже есть видео. Повторяться мы не будем. Но сейчас будет один видеоролик. Не нужно будет переходить. Искать второй подвал мы не пойдем. Доска. Доска документация. Документация дежурного по КПП. Надеюсь, вы прочтете. Поднимаемся. Это первый этаж. Направо посмотрели быстренько. А ведь я говорю, не будем заходить. Есть подозрение, что начнут его ломать, поскольку все открыто. Мы здесь с вами зашли. Мы все на первом этаже проходим. Лесенка, чудесенка была. Была туалетная комната. Да, я помню по памяти, что мы здесь бывали с вами. Но посему мы не будем задерживаться. Пойдем сразу наверх. Мне хочется зайти на балконы. И оттуда снять панораму. Вот железо от печек. Окошко посмотрели с лестничной площадки. С
это второй этаж. Осторожно, двери открываются. Туалетная комната. Ну, все они одинаковые совершенно. Помещение, как и печки. Вот еще одна печь. Точно вытащили все колосники, дверцы, какие-то вьюшки. Кто-то разбогатеет на этом. Пару евро заработает. Да. Ну, почти вообще заглядываем, оказывается. Только не быстро. Недолго, точнее, вот, недолго. Быстро, но недолго. Печь. Второй этаж. Мы сейчас поднимемся на третий. Оказывается, в этом доме многие жили. Участники нашей группы. Вон видно водонапорную башню, казарму. Саперов. Там многие были военнослужащие, многие подразделения. Вот мы вышли на третий этаж. Сейчас мы зайдем с вами на балкон. Некоторое время мы делим. Видите как? Если бы хотели сохранять это здание, конечно, не допустил бы никто, чтобы пробегали, протекали крыши. Все открыто. Как бы не постигла участь всех зданий. Вот мы зашли с вами на балкон. Посмотрим с балкона. Мост. Здание школы. Автомобиль стоит, он нам мешает частенько. Это мы с балкона третьего этажа ДОСа. Делаем видео. Ночью и сегодня утром был дождь. Довольно сильный. Сырость везде. Низкая облачность. Но однако мы делаем фото, видео. Поскольку ждать погоды лучше. Неблагодарное дело. Вот видно, что все тут, ничего тут нет. Как и хорошо видно на моих фото, что размещал ранее. Видно по спутниковой карте. Всех объектов нет. Балкон рушится потихонечку. Пройдем сейчас на другую сторону этого этажа, там где еще один балкон. Здесь мы поднялись с вами. Печь еще одна. Здравствуйте, разные, так они все одинаковые печи по своей конструкции. По отзывам людей, кто пользовался подобными печами. Очень неплохо они себя зарекомендовали. Да вот еще одна печь.
Мы вышли на балкон, противоположный, рядом ЖД, плохо видно, мост, через ЖД пешеходный, впереди вокзал, старый немецкий вокзал, старый военный немецкий вокзал, так что вроде бы правильно. Ну, посмотрим в эту сторону. Здесь, конечно, многие бывали, даже кто не жил здесь, в этом доме, проходили мимо него, ходили по мосту многие люди, военнослужащие, учащиеся. Пасмурная погода, не очень хорошо видно. Но если будет возможность у нас при хорошей погоде, еще вернемся сюда, если будет возможность попасть. Ну, сделаем нормальный видеоролик. Если это здание еще будет стоять. Четвертый этаж. Извините, это уже будет крыша, видимо. Да, мы попадаем на крышу. Вот здесь темно. Мы просто обозначим, что мы здесь сюда поднимались. Сделаем фото некоторые. Несколько фото. Потому что здесь не видно ничего. Очень скудное освещение. Да. На этом мы будем заканчивать наш видеоролик. Буду рад, если он поможет вам сориентироваться и будет востребован участниками группы. 26 декабря. Заглянем мы в окно. Спокойно открылось. Шестое декабря 2013 года, Рождество у католиков. Но мы с вами сделали хорошее дело. Сделали видео, фото. Так вот, мое предположение, что, наверное, будут сносить его. Этот дом. Как ни жаль. Ну, вы видели, так, если собираются реставрировать, так его не хранят. Ни один хозяин так не станет поступать. Включая хозяев, которые здесь, я уже говорил вам, это вроде бы выкупили. И вроде бы точно. Евангелистская церковь. Эдуборга, поскольку мне он давал, пастор давал возможность сделать здесь видео, ролики и фото. Вот мы заканчивали видеоролик. Всем всего доброго, до свидания. С наступающим Новым годом. До свидания, до новых встреч.